Очередное заседание Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета состоялось 12 марта. Основной темой повестки стали возможности для продвижения на глобальном рынке бизнес-образования. Одним из факторов такого продвижения является модернизация инфраструктуры. Первым докладчиком стал вице-президент Ассоциации по развитию бизнес-школ господин Тимоти Мискона. Прежде всего, гость рассказал о своем видении развития бизнес-образования в целом мире. Ректор Казанского федерального университета попросил экспертов подумать, насколько эффективной может быть программа, например, для иностранных студентов, часть которой будет проходить в виде модуля и прилагаться к основному курсу. В качестве конкретного инструмента было предложено использовать цифровую платформу GraduWay для активизации деятельности выпускников школы бизнеса, таким образом помогая выпускникам создавать международную сеть контактов. Юлиана Петрова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.